Призер Олимпиады обвинила российских биатлонистов в мошенничестве. Чешская биатлонистка Габриэла Каукалова выразила недовольство деятельностью Международного союза биатлонистов ИБУ. Ее слово приводит НРК. По мнению спортсменки, президент ИБУ Андерс Бисеберг скрыл положительный допинг-пробы российских спортсменов. «У меня нет причин не верить, что обвинение в сокрытии положительных допинг-проб правдиво», — заявила Каукалова. Биатлонистка отметила, что не сомневается в том, что глава ИБУ получал взятки от представителей России. «Мне не нравилось, что Бисеберг вел себя так, как будто ничего плохого не произошло. Кубок мира отдали России, как ни в чем не бывало. Он открыто поддерживал Россию, не защищал чистых спортсменов. ИБУ совершенно закрыл глаза на допинговую проблему», — добавила она. В начале апреля в штаб-квартире ИБУ прошли обыски. В ВАДА заявили, что Бисеберг участвовал в коррупционных схемах и получил от российской стороны полный дипломат долларов. Норвежское издание ВГ также сообщило, что с 2011 года он скрыл 65 спорных допинг-проб российских биатлонистов. Каукалова является обладательницей главного биатлонного трофея «Большого хрустального глобуса» в сезоне 2015-16. В активе биатлонистки также две серебряные медали Сочинской Олимпиады. Игры в Пхенчхане Каукалова пропустила из-за проблем с икроножными мышцами. Больше важных новостей в телеграм-канале «Лента дня». Подписывайся, перейти в мою ленту. Новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком.